Всем добрый день. Хотелось бы показать вот такой вот столик. Какое-то время назад потребовалось для кухни, когда делали ремонт в кухне, сделать столик, ну, чтобы он был немного нестандартных размеров. То есть размеры, которые обычно подаются в столы, ну, для нашей кухни не подходят. Размеры каких-то там специализированных столов, там стоимости просто, ну, бешеные. Посмотрев на стоимость, посмотрев, какие размеры нам нужны, решили сделать вот так вот столик себе сами. Значит, тот столик, который мы себе сделали, имеет ширину 40 сантиметров и длину 1,20 м. Вот, 1 м ставлю, столик немножко длиннее этого метра. Такой размер стола как раз подходит кухне, то есть он в сложенном состоянии, это он все лишь в сложенном. Он и узенький, и в случае, если требуется его разложить, вот таким вот образом раскладывается, и верхняя столешница открывается и становится в два раза больше. Ну, сейчас открывать не буду. В разложенном состоянии он 80 на метр 20. В таком состоянии спокойно можно разместить тут человек 6 вообще без проблем. Если надо больше, получается 6, 7, 8, 10 человек. 10 человек, у нас, в принципе, 9 человек сидели даже за этим столом. Значит, из чего это все сделали? Купили вот такие две столешницы. Это бук срощенный. Как раз они четко под размеры были, 40 на метр 20. И между собой, соответственно, петлями. Старые обычные петли от старого стола. И скрепили. По периметру идет что-то вроде наличника сосна, сантиметров 15 и толстенькая, сантиметра 3,5-4. Здесь, соответственно, сделали еще выдвижной ящичек. Немножко туговато ходит, но как раз это хорошо. И, соответственно, купили обычные сосновые ножки. И вот внизу, например, вот здесь два колесика, с этой стороны. А с этой стороны две подставки. Все, это все соединили вместе, получился такой стол. Стоимость стола по материалам, ну, раза в 3-4, чем аналогичные столы стоят в магазинах аналогичного размера, так что раскладывались еще со шкафчиком внутри и так далее. Ну вот, если кому было интересно, используйте идею. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего.